Всем здорова, дорогие друзья! С вами Стаф Лейзин и Ржан, и сегодня мы продолжаем рейдить на XRP сибирском сервере. Ребята, перед началом видео, по традиции, мы, конечно, передаем привет тем людям, кто ввел мой реферальный промокод. А сегодня, ребят, получает привет... Где рефералы? Где рефералы? Кому мне передавать привет? Алло? Слева у нас. Ладно, короче, будем по левой табличке. Я не знаю, почему рефералы. Может, как-то, не знаю, надо еще раз нажать, и ничего не происходит. Короче, ребят, ладно. Сегодня получает привет Коля Ваниш, Илья Лимонов и Егор Александров. Спасибо, ребят, за то, что ввели промокод. А если ты? Если ты, братан, хочешь получить в следующем видосике по NextRP привет, то берешь, качаешь по ссылочке в описании NextRP, захочешь на сибирский сервер. Именно тут наш Ержан развивается, играет, угорает. Ты можешь с ним с помощью голосового чата вообще пообщаться. И, ребята, вы при первом ходе в игру, при первом уровне, нажимаете кнопочку F4. Видите эти три точки? Нажимаете рефералы. И в это поле вы пишете вот так вот просто Flayzin и все. Нажимаете кнопочку активировать и все. Вы уже как бы пополняете своим именем и фамилией вот этот список замечательных людей. Да, и в принципе потом уже получаете большие и жесткие бонусы, которые вам помогут дальше в игре. Короче, ребят, как вы уже заметили, я задонатил 12 тысяч. И на прошлом ролике по Авентадору вы набрали очень много просмотров и очень много лайков, за что вам огромный просто респект и огромное спасибо. Я надеюсь, что за то, что я доначу в эту игру, вы все же будете как бы ставить лайки, меня поддерживать в этом, да? Потому что все же ваши лайки, ваши просмотры на NextRP, это все же очень приятно, потому что эта игра не основная на моем канале, но, блин, такие просмотры все же набирает. Спасибо вам огромное. Так что, ребята, я сегодня задонатил 12 тысяч. На NextRP недавно было два обновления. Значит, первое обновление — это ежедневные задачи. То есть, блин, это офигенно просто. Типа для каждого игрока теперь есть ежедневные задачи. Потом, журнал квестов. Это тоже охренительно, потому что все же квесты уже там некоторые все прошли, там старые, да, а сейчас новый журнал. Офигенно. Оптимизация, наверное, это самое крутое. Ребята, теперь если у вас будет засоряться игра, то есть нагружаться компьютер, то у вас будет очистка GTA San Andreas. Мне кажется, это очень круто. Было очень много вылетов раньше на NextRP, теперь их, ребята, не будет, как... у вас будет там высвечиваться в верхнем углу то, что очистка GTA SA. То есть все, это идеально, ребята, оптимизация, мне кажется. И не будем медлить, мы переходим к кейсам. Я сказал два обновления. Второе обновление, ребята, это бриллиантовый кейс. Да, ребята, он полтора косаря стоит, но вы просто посмотрите, что тут находится. Тут находится Bugatti Diva, которого нету нигде и не будет. Но тут еще есть Mercedes AMG Coupe, которая была в Motor Case. Мы открывали в прошлой серии по кейсам Motor Case на то ли на 10 тысяч, и нам ничего не выпало. Так что сегодня, ребята, сегодня мы открываем первый кейс мотор. И, пожалуйста, дай мне Mercedes! Дай мне Mercedes, Mercedes. Потому что, блин, когда я открывал, мне выпал гелик, а это не то, что я хочу. Я хочу Mercedes, Mercedes, Mercedes. И нам выпадает... пакет, набор стартовый. Блин, такое себе удовольствие, честно, но ладно, ничего. Так, давайте откроем все же бриллиантовый кейс. Первый кейс открываем. 9900 у нас остается. О, скин, тут Геральт из Ривии. Так, из Ведьмака, значит, добавили у нас. Пожалуйста, не опыт, машина, не опыт. Машина. Да, просто... Пау! Ебой! Забираем, естественно, берем Авентадор. Кстати, ребята, я прокачал Авентадор, осталось только выпустить его. Блин, у меня сейчас рука просто опухнет из-за того, что я долбашил по ней. Капец, ребята, это... Слушайте, честно, давайте посмотрим, что нам выпало. Нам выпала золотая. При первом кейсе золотая вещь. Это очень круто. И открываем платиновый кейс, потому что я теперь на радостях, ребята. Все, эта серия уже удачная, эта серия офигительная. Боже мой, да ладно, мне он выпал. Я уже думал, все, ГГВП, но, блин, теперь он не такой стоящий, как был раньше. Потому что, блин, все же его хотели там все. И 7 дней премиум, нет, 250 тысяч. Лучше бы 7 дней премиум, потому что, блин, я бы не отказался. Бриллиантовый кейс, ты мне просто понравился, я влюбился в тебя с первого взгляда, с первого окупа. И давай, что-нибудь
Блин, честно, я очень боюсь, то, что мне XP-шки выпадут. Это уровень, и я безумно не хочу, чтобы у меня выпадал. Эта машина. Это 7 дней. Хотел 7 дней премиума, получил 7 дней. Стоп, а сколько премиум вообще стоит? 11 дней мне осталось, а вообще, если его продлить, допустим, да? 599 рублей, мы на косарь в минусе, это очень плохо. Мотор кейс мы уже не будем открывать, так как мы уже, как бы Мерседес-то выбили. Вот, открываем платиновый кейс, ребята, очень элитная у нас серия, очень крутая серия. Блин, ребята, честно, я очень рад. Я реально очень рад, потому что я хотел этот Мерседес Литвина, я его получил, это очень круто. Так, и нам выпадает, давай. Блин, 250 тысяч, это после Мерседеса не очень так уникальный кейс, давайте его на потом оставим. И бриллиантовый. Сколько мы его вообще можем открыть? 4 раза. Ребят, ради вас я его покупаю, но открою кейс, скорее всего, серебряный, чтобы... Давайте, сколько мы можем? 2 кейса серебряных открыть, открываем мы. Блин, ребят, честно, я хочу, чтобы мне сейчас попадало говно, и потом в бриллиантовом кейсе мне выпало просто топ. Ребята, блин, поставьте лайк, потому что это мои деньги, я их трачу, и мне прям сердце бьется, и... Это нам не надо. Блин, нам выпало очень хорошее из этого кейса, значит, нам плохо выпадет из бриллиантового. 4 кейса. 4 бриллиантовых кейса, ребят. 4. Не 3, не 2, не 1, 4. Это очень много, и нам выпадает XP-шки. Ладно, окей, забираем, и все. Первый бриллиантовый кейс пошел. Плес. Еще раз плес. Пожалуйста, я хочу, чтобы машина выпала, потому что тут очень большой автопарк. Кстати, Bugatti Diva. Она вышла в GTA Online, она вышла в Next RP, и нам выпадает скин. Нам выпадает 7 дней премиум. Блин, я не хочу 7 дней премиум, алло. Так, давайте уникально откроем, чтобы... Так, и... 3 дня премиум, ты серьезно? Так, ладно, все, давай. Бу... А, кстати, тут Агера еще есть. Чё? Астон Мартин. Так, ладно, надо посмотреть, то я что-то... Ну так, рассмотрел этот кейсик, так. И, пожалуйста, дайте мне хоть какой-то дроп. И 1 миллион. Блин, честно, ну такое себе, блин, 1 лям. А, ну, слушайте, ну 1 лям это типа вроде ок, но, блин, ну такое, типа среднее. Блин, нам выпадает... А это что, Майти? Кто это такой? Аквалангист, Ени, так, Рэндж Ровер, Панамера, ну, блин, естественно, золотой нам уже выпало. Все, открываем, ребята, открываем, я закрыл глаза. Пожалуйста, я вас прошу, я не хочу терять бабки, ну, пожалуйста, ну, дайте мне кейс, пожалуйста, бриллиантовый, пожалуйста, дай мне свежесть. Да ладно, чего? Мерседес? Что-то нам сегодня на Мерсе везет. Так, давайте возьмем Мерседес AMG GT и Урус. Мы можем? Да, а, нет, все, Урус возьмем. Так. Блин, ребят, да ладно. Все, последний кейс. Ради вас, ради всего святого. Я открываю, я не буду даже, ну, закрывать глаза. Просто быстро и... Пожалуйста, Bugatti Diva. Я не знаю, все, мне все попадало и... Да ладно, чё? Блин, ребят, забирать или... Честно, я не знаю. У меня он есть, но он стоит 7 лямов. А обменять на... Блин, честно, не знаю. Ну, давайте... Ладно, шок-контент. Шок-контент, реально. О, боже. Я закрою глаза. Блин! Лучше бы забрал, лучше бы, ребята, забрал. Ну ладно, все же вы должны обязательно за это поставить лайк. Это очень жесткая серия была. Давайте посмотрим на тачки, что нам выпало вообще, что. Блин, Авентадор я вам сразу не покажу. Так, Mercedes GT Coupe. Блин, ну это просто... Это бомба, это просто конфетка. Так, ладно, давайте посмотрим еще AMG GT. Ну, слушайте, ну просто... Твою мат. Ты что делаешь, молодой человек? Ну просто, блин, ну два Мерседеса, два... Хам? А, нам, блин, я показался хам, блин, ладно.
просто два Мерседеса нам выпало, GT-шных, GT-шных, вы понимаете, это как вообще, это как? Просто, блин, это очень жестко, это реально очень жестко, один стоит 15 миллионов в салоне, этот я не знаю сколько стоит, ну блин, ребята, это просто, это однозначно лайк, это реально однозначно лайк. Фух, ребята, очень жаркая серия, очень интересная, мне кажется, серия у нас сегодня получилась. Жалко то, что ни Bugatti Diva, ни Agera, ни Aston Martin, но Mercedes GT Coupe нам мог бы два раза выпасть, мы его продали, мы думали... Кстати, нам что выпало вообще? Нам выпало... А что нам... А, нам выпал скин убийцы, блин, жалко. Если бы зомби еще, ну, более-менее. Если бы гидр еще тоже, как бы-то, ну... Ладно. Ребята, блин, серия реально годная. Я надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, зайдете на NextRP, будете играть именно вместе со мной на сибирском сервере, вводите мой реферальный промокод. Ставьте лайки еще раз, пишите комментарии. С вами был Флейзин. Всем удачи, всем пока, народ!